видимо, за то, что он такой горячий был, занимался вот этими силовыми видами борьбы. И я боюсь, что там куда-нибудь налетел на неприятность. Ну, то есть... Я набирал в интернете одноклассники, и высветилось, ну, типа, то ли Владимир, то ли Михаил Черкашининов. Откуда родом в одноклассниках? Певек. Он же сам из Певека. А, дома. Да? Получается, это его младший брат. Вот я с чужого компьютера, правда, набирал, говорю, давай письмо напишу вот этому Володе. Он говорит, ну дома напишешь, ну дома так и я и не написал. Может быть, вот в ближайшее время, если только написать и спросить просто этого Мишу или Володи, кто он там высветился, спросить, где Рома. Ну вот все,